музыканты — это те люди, которые делают мотокультуру в этой стране, которые создают ее и делают ее доступной для каждого из нас. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! И царь Петр с нами! Император поправляет Петр Первый, и совершенно справедливо, между прочим. Для торжественного слова приветствия я приглашаю к микрофону президента мотоклуба «Атом» Рамиса Алексеевича Тибердеева. Добрый день, друзья! Давайте все вместе поприветствуем этих ребят. Вы действительно именно те люди, которые объединяют вокруг себя всех мотоциклистов. Каждый из этих товарищей и друзей наших знает, что такое быть руководителем клуба. Поэтому я желаю вам здоровья, и чтобы вы были всегда такие же, как сегодня здесь на сцене. Спасибо большое, Рамис Алексеевич. Ну и, конечно же, слово предоставляется Игорю Ивановичу Щербакову, координатору и создателю фестиваля «Балтик Ралли». Привет, друзья! Байкеры! Горожане! Если кто еще из президентов клубов или директоров чаптеров не дошел, медленно идет, я попрошу на сцену. Харли Дэвидсон Клапрашев, здесь есть кто? Есть, нормально. Ну что, друзья, действительно, сегодня ведущий сказал очень красивую фразу, что эти люди, которые вышли на сцену, определяют культуру, мотокультуру страны. Это великая честь, ребят, она нам дана, мы должны красиво ее вести. У нас есть любимые также фридрайверы, за которых мы иногда отвечаем, иногда не отвечаем. Поэтому благодаря тому, что директорам этих клубов и президентам клубов, благодаря им приехало сюда очень большое количество людей со всей страны, а это очень важно. Если президент скажет «поехали», то куда деваться? Семен Михайлович сказал, будет здесь 170 человек, все 170 здесь. Поэтому сегодня мы хотели бы поблагодарить каждого из вас, всех членов ваших клубов, чтобы доехали безопасно, спокойно в один из красивейших городов страны, 730-летие его. Спасибо огромное, мы кланяемся, снимаем шляпу и хотели у каждого из вас поздравить и буквально каждому по одной минуте сказать, как вы доехали и какие у вас ощущения. Друзья, ну давайте начнем, наверное, просто по порядку. Артем, пожалуйста. Артем Галибян, директор Ленинград чаптера, принимающего чаптера «Балтик Ралли». Дорогие друзья, дорогие мотоциклисты, уважаемые жители города, гости, рады приветствовать вас на третьем фестивале, грандиозном фестивале, который, я думаю, многие, может быть, знают, может, не знают, который занял первое место в России как мероприятие событийного туризма. Вот. Это означает, что действительно мероприятие уровня высокого. Вот. И это показывает радость и веселье в наших глазах. Вот. Что хочется пожелать? Ну, во-первых, всем хочется пожелать мира, здоровья и благополучия. Вот. Хочется сказать, что мы очень рады, что этот фестиваль развивается, что с каждым годом все больше и больше мы встречаем и посетителей, и гостей, и мотоциклистов, которые приезжают. И мы, как принимающий чаптер, всегда готовы и рады встречать, принимать. Вот. Ну и, как говорится, всегда будем поддерживать все эти мероприятия, которые приносят только удовольствие и радость нашу жизнь. Поэтому спасибо большое. Приезжайте в Выборг. Спасибо большое, Артем. Артем Галибян получает в подарок на память вот эту чудесную тарелку «Балтик Ралли 2023 от Императорского фарфорового завода и «Балтик Ралли», конечно. Кстати говоря, сегодня учебный день рождения, но об этом попозже более подробно. Мы же продолжаем. К микрофону приглашаем Семен Михайловича. Семен Михайлович Нудерман, директор «First Moscow Chapter».
Друзья, прекрасен наш союз! Ура! 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 Первый московский чаптер в полном составе прибыл на третий фестиваль. И мы рады приветствовать вас всех. Мы вас всех любим. Будьте счастливы! Ура! Ура! У нас сегодня есть гости не только из России. Наш фестиваль многонационален и международен. Поэтому сегодня мы хотели бы пригласить на сцену Владимира Салберга. Он из дружественной нам Финляндии. Добрый день всем. Спасибо еще раз, что дали такую возможность нам приехать здесь и познакомиться с такими замечательными людьми. Мы ездили, ездим, мы будем ездить. Байкерская дружба нет границ. И никогда их не будет. И отдельно хочу поблагодарить всех, кто вот дал шанс вот такими мероприятиями делать, приезжать и знакомиться с замечательными людьми. Спасибо всем. Спасибо огромное вам. Спасибо за такое. Ты не отделаешься. Я тебя представил финном, а ты по-русски говоришь. А вдруг тут финны есть, не поверят. А ну скажи что-нибудь по-чухонски. Hyvää päivää kaikille. Me tullaan käymään tänne uudestaan. Солнце тут вышло. Ну, вот что значит, да, народный язык. Друзья, Сергей Петров, Петроград, Чапча. Дорогие друзья, всем привет. Я просто хочу передать привет вам от двух замечательных петербургских чап. От чапты Санкт-Петербург и Петроград. Просто хочется поблагодарить организаторов за великолепный фестиваль и горожан, потому что с вами нам всегда хорошо. Спасибо вам. Спасибо, Сергей. Заслуженная тарелка. Как долго ты сюда ехал? Я очень быстро ехал. У меня был мотоцикл туда. Самая короткая дорога из Санкт-Петербурга в итоге. Александр Пуликов, Red Square Chapter. Вы, привет! Клуб Red Square Chapter рад всех приветствовать на таком прекрасном фестивале в Выборге. Огромное спасибо учредителям, которые нас пригласили. Мы с удовольствием приехали и приняли участие. Шикарный мотопробег, шикарная поляна. Все прекрасно. Еда, прекрасное настроение. Спасибо Богу за погоду. Наш клуб пропагандирует здоровый образ жизни, безопасное движение и любовь к мотоспорту, к мотодвижению. Большое спасибо, ура, всем спасибо, привет. Ребята, Red Square переводится по-свински и с английски как Красная площадь. Я думаю, символично, что следующий фестиваль у нас уже займет не только рыночную, а и соседнюю Красную площадь. Ура! Анатолий Шаповалов, чаптер Ростов-на-Дону. Добрый день всем. Наша чаптер первый раз присутствует на данном фестивале. Хочу отметить, что путь наш был не близок, но оно стоило того. Фестиваль очень грандиозный. Я хочу поблагодарить всех организаторов данного фестиваля. Это очень круто. В нашем длительном путешествии данный фестиваль является вишенкой на торте. Дай Бог ему дальше развития с такой же стабильности жизни, здоровья всем. Спасибо большое.